Всем добрый день, снова с вами опять Александр Кузнецов. И в сегодняшнем видео я сделаю небольшой такой маленький обзорчик о том, как проходит у нас мероприятие День города Мурманска. Смотрите все его на моем канале kuzbiz.pro. Ну и во всяких разных. Как там, интересно? Передавай привет всем, будешь на ютубе. Вот, видите, уже знакомых встретили, ну и дальше можете просто смотреть, что будет видео, какие мероприятия проходят на этом, посвященные столетию города Мурманска. Все, смотрим. Полтора месяца. Коляски называются «Самоходная установка» и «Полевой штаб». Девиз семьи Бекасовых, наш девиз совсем простой: «Идем к победе всей». Участникам нашего парада колясок вручаются памятные дипломы и подарки, которые будут напоминать им об этом дне. О дне, когда Мурманск живет в самом начале второго столетия. Ну а в данный момент караван финиширует на подиуме, и это последний участник. Да, как вы можете видеть, на моем видео улицы города перекрыты, центр города полностью перекрыт. Все гуляют, все довольны, все радуются тому, что есть такое грандиозное мероприятие. Очень классно. Можете посмотреть сами, что происходит в городе. Это первый раз, когда я иду по центру города, по этой улице, не на машине, а пешком, пересекая двойную сплошную. Смотрите далее. Итак, как вы можете заметить, на улицах города раскинулась огромная ярмарка. Здесь представлены такие направления, как валенки, пряники. Здесь присутствуют все, кому не лень, кто хочет продать свой товар в данный момент. Можем посмотреть немного то, что здесь происходит. Смотрите, здесь ложечники. Ну и людей очень много. Ярмарка огромная. Но по факту это большой магазин, который открыли на улицах города. И все слоняются, все что-то покупают. Друзья мои, как-то вы все уснули. Внимание! We'll be right back.
килограмм с одной рукой, 32 килограмм другой рукой. Посмотрим, как будет подниматься. Идет старт Crazy Милли. Миньоны с красавицами. Смотрим самый интересный забег. За кого болеют зрители? За команду Банана? Или Банана-Банана? Давайте как-нибудь поддержим. Шашлыки любите? Я только за них вышла сюда. Только за них. Как вас зовут? Оля. Итак, друзья мои, стоп-музыка. Расскажите, пожалуйста, свой самый любимый фильм. 150 тысяч кассет, которые у вас хранятся на антресолях дома. И он называется... Конечно, Санта-Барбара, как же еще звали. Ваши аплодисменты, Оленьке. Спасибо.
Встречаем! Наша жизнь, ребята, не легенды, сказки. Мы из тьмы полярной сотворили свет. Мы народ ядреной вековой закваски и такой закалки, что прочнее нет. Времена и ветры кожу нам убили. Нам гадали гром, горячили кровь. Нас из самых ценных русских руд отлили и навек привили северу любовь. Город наш радушный дом, мы открыты, мы на всю страну трудом знамениты. Дружною семьей нас одни стягают ваши комитеты. Мурманчане, матушка планета крутится пока и гордится нами. Родина Россия, было так от века, будет на века. Чистоты, это знаем я и ты. Чистоту мы соблюдаем в бурной фантике.
дорогие друзья, мы побывали на площади Пяти Углов, где проходит мероприятие, посвященное столетию города Мурманска, день рождения города. Очень много людей посетило данное мероприятие. Главная особенность этого мероприятия – то, что нет алкоголя, и это очень хорошо. Молодежь гуляет, все довольные, все веселые, нету пьяных лиц. Подписывайтесь.
подписывайтесь на канал. До новых встреч. С вами был Александр Кузнецов. Пока.